Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы будем троллить на сервере Tigers Minecraft Pocket Edition. Вот нас загрузил сервер. Что ж, я вам расскажу о моем маленьком тролле, как я затроллил одну девушку с алмазами. У нее было 3 стака, как видите, вот у меня есть эти алмазные блоки даже. Ну что ж, я рассказываю историю. Она поселилась в этом доме, я тпшнулся к ней. Она без всякой причины начала меня убивать. В конце концов, она убила меня. У меня было много вещей. Я тпшнулся обратно к ней и решил отомстить. Ну что ж, она была без алмазки. Здесь стоял ящик без привата. В нем лежали эти алмазы. Я взял, надел себе алмазную броню. Начал убивать ее, но она думала надеть на себя тоже алмазную броню. И пока я отвлекал, ну, она настолько отвлеклась, что я успел заблевать и дом. Теперь дом только мой. Она пыталась тут меня убивать, ломать, но у нее ничего не получилось. В конце концов она ушла из него. Так, почему-то я не могла... А, вот все сломался блок, вот, да. Видите, могу ломать только я. Открываться на дуге могу только я тоже. Вот. Ну, вот, вот так она, так сказать, лоханулась. Просрала очень много алмазных блоков, вот еще у нее были там вещи, так сказать. Дом строил, опять же, не я. Ну вот, ну такой маленький тролл от меня, так сказать. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.